просто. Надо только взять оружие и идти воевать. В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч советских людей, которые оказались на оккупированной территории, не смирились и продолжали вести освободительную борьбу. Партизанское движение везде было. И насколько мощно это народное движение, которого не было в мире. Их численность была равна нескольким армиям. А потери вермахта на этой территории иногда превышали немецкие потери на фронте. Просто сами просили задания идти, задания рвались в бой. Летели под откос эшелоны. Взрывались мосты и склады с военным имуществом и боеприпасами. Взрывали железную дорогу, значит, это впереди. И на обратном пути от этой станции. Партизаны громили немецкие гарнизоны и самостоятельно освободили несколько районов, откуда изгнали оккупационные войска. В немецком тылу они открыли настоящий партизанский фронт. Когда же пришло время, они пошли в наступление вместе с Красной армией и освободили свою землю. Впоследствии партизаны стали главными свидетелями обвинения против нацизма. Они видели геноцид народа своими глазами. Они выиграли войну, которой не желали, и отстояли свое право мирно жить, любить и растить детей.